В эту жатву мы чаще, чем прежде, вчитываемся в газетные сообщения. Радуют вести с Кубани, с Целины. И хотя Калининградская область нельзя назвать житницей страны, но колос к колосу наполнят до краев наши закрома. Михаил Балбуцкий, комбайнер колхоза «Власть труда», уже убрал хлеба с площади более 60 гектаров. Первые тонны зерна нового урожая отправляются для продажи государству. На уборке каждый день дорог, поэтому-то и спешат колхозники, и работают вечером.